Сегодня мы катаемся в Тутари парке на горнолыжной кочке Ленобласти. Давно уже тут не был, наверное, лет 10. Вот, что тут? За 10 лет почти ничего не поменялось. Разве что они добавили еще один подъемник вот здесь. Мне кажется, его тут не было. Тут был один. И наверху можно было либо направо, либо налево уехать. И вот вчера выпал первый снег за всю зиму. Но тут все равно снега нет, работают пушки. Но и покрытие, конечно, такое все это. Полулед какой-то, слежавшийся снег такой мокрый. И местами даже лед. Ну вот, такая микрогорочка. Особо даже катиться некуда. Тут получается как два склона. Один, два. И еще туда должен быть, на ту сторону склон, но он не работает, потому что снега там нет. Ну вот. А так ничего не поменялось. Они вроде бы там снизу добавили каток. Какой-то веревочный парк где-то там должен быть. Какой-то домик светится, стоит. Я не знаю даже, что это. Вот так. В общем, особо делать тут нечего по сравнению с настоящими горнолыжными курортами.